С конца апреля до 31 мая в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров, сжигание мусора и прочую игру с огнем. Однако по факту именно на это время, уже не первый год, приходится самая горячая пора, когда по всей области горит трава, а иногда и лес. О том, насколько напряженное это время для пожарных, наглядно свидетельствуют цифры. С начала сухого сезона в регионе было зарегистрировано более 400 возгораний травы и почти 60 лесных пожаров. Из них абсолютное большинство произошло по причине неосторожного обращения с огнем. Днем 16 мая очередной пожар произошел на окраине Нового города, в районе Петрова оврага, в непосредственной близости от жилых домов. По словам огнеборцев, судя по всему, кто-то решил поджечь местную несанкционированную свалку, потому что источников огня было несколько. Как итог, огонь выжег несколько сот квадратных метров, и лишь стараниями пожарных не натворил большой беды. К нашему приезду пожарные уже заканчивали борьбу с огнем. На сегодняшний день это уже не первый их выезд на тушение травы. А всего, по признанию пожарных, они могут выезжать на подобные вызовы до 15 раз в день. Причин у такого пожара может быть несколько. Неправильный рожек костра или мангала, или банальные непотушенные спички и окурки. Условно говоря, сколько может выгореть площадь от одного окурка? От одного окурка? Да любая площадь, вплоть до 1 гектара травы сухой может выгореть. Тем более, сами знаете, Ульяновск город 7 ветров, и ветра раздувают с огромной скоростью. Но хуже всего, что часто траву поджигают целенаправленно. Кто-то из баловства, а кто-то считает, что так он помогает прорасти молодой траве, совершенно не думая о том, каким страшным последствиям могут привести такие действия. Кстати, через дорогу от свежего пепелища можно заметить крупное зеленое пятно. Здесь около недели назад тоже был пожар, только более масштабный. А сколько их еще будет за этот май и три летних месяца? Уважаемые граждане Ульяновска, Ульяновской области, пожалуйста, берегите природу. Пал травы очень опасен и для самих животных, и для людей, потому что огонь от травы может распространиться в лес и на жилые дома. К счастью, на этой неделе в некоторых районах Ульяновской области синоптики обещают дожди. Надеемся, что хотя бы где-то они помогут остудить эту горячую пору. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Алексей Шишов. Новости дня. Ульяновская правда.